4 декабря около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня Мозырского пограничного отряда было зафиксировано нарушение воздушной границы Республики Беларусь. Военный украинский вертолет Ми-8 пересек государственную границу и залетел на территорию Беларуси. О данном инциденте украинская сторона проинформирована. При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко.